Ого. В принципе, сейчас чекну на АФК, в принципе, кто здесь, можно сумонить, потихоньку начинать. Шкаф тут есть. Можем отмерять. Ну, Рарник, оставайся тогда в танке. Лукмастер, в третьего танка спекнешься. Да, вот надо нам танка полноценного. На постояночку. Да. Три приста. Ну, в принципе, два мира, три приста нормально еще. Ты имеешь в виду мейн, чтобы был у него спектр? Мейн, чтобы, ну, чтобы человек умел и хотел играть танком. И с И хорошим онлайном. всегда мог. И всегда мог. Хороший онлайн. Хотение играть за танка. Там кто-то кореша хотел позвать. Блять, быстрее бы какой-то кореш уже пришел, блять. Я заебался, блядь. Вот, и вот это вот мы первый рейд проносим, и надо еще второй рейд, чтобы, блядь. Ну, сам подкидал. Пока. Давай. Это кто ушел? Полидрин. Он не с нами, так, за компанию. Точно пронести по-быстрому. Так, ну они там АФК, наверное, пошли, кто есть здесь, пошли бить пока. Рарника нету. Я тут, я просто чарку на аукционе сейчас на плечи куплю и сум приму, и товар. Ага. Мастер, давай в этого, в танка. За РС-ку тоже ЕП, да? Да. А Дерарник он зайдет, нет? Или что, или он вылетел? Ну, он что-то там сказал на аукционе, чарку берет или что он там. По-моему, это не он говорил, товар какой-то говорил. Пиздец. Да, это Олдкарга говорил, я уже здесь в инсте. Про чарку. Так, Лукмастер, все танчишь, кроме пробудителей. Ой, блядь, грипп не на тот каз дал, сука. Сейчас еще два моба переведу.
А Лингрен это же этот, это же писательница. Какая она, шведская, да? Астрид Лингрен. Это, короче, просто жмешь рандомное имя. Вот так и выбрал. Астрид Лингрен, если что, Карлсон написала. Вроде как. Неплохо. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, она. Или это он. Нет, это сделал Достоевский. Не. Блять, отвечаю. Википедия. Блять, и по-моему одного из братьев малыша зовут Бутан, блять. Или Бутон. Или как-то так, нахуй. Это вообще прикол, блять. Метан. Его зовут Метан. Бутан? Бывает. Я со знакомым. Да, да, да. Ага. Как раз давно играли. А, брали Мраликс ДК. Вот. Он не против типа того. Вот, спросил насчет тебя, почему ты уходишь. Я говорю, ну, типа... Почему я что? Почему ну, я типа, что? Почему ты не танчишь, почему ты с ДК сналазишь? Не понял. Короче, я контакты твои скину ему, он тебе в личку напишет, вы там пообщаетесь. Либо хочешь, сейчас зайдет в рейд. Ну, пускай заходит сейчас. Чё он, почему я ДК, чё он не понял, что ну, я... типа, ты танчишь на ДК, да? Типа, почему перестаешь танчить? Зачем ищете, да, танка, если, ну, коли... Да потому что, ебать, отдыхать надо от этой хуйни, ну, нихуя себе. Согласен. Я вот и ДД хочу собирать, типа... Не знаю, я сколько знаю, он всегда на нём сидит. Чаем пока нет. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Вот такого кому дал, это твои, короче, пробудители мои. Только где они... Они прибегут. Написал. Эх. Здесь есть возможность, пускай заходит. И там еще пробудитель. Он в жомах с ними сидел в свое время, танчил там. Так, пока эту пачку есть, сейчас еще новые мобы придут. Все, не смотрю. На М говоришь как-то ник? Мраликс. Может, его видел. Он давно играет. Ну, и в Энзах был, где он такой? Ебал я этих жомов, блядь. Там один петух есть, он полный конкретный дебил, блядь. Хуже не, Муэта. Ну, не отдали, он, ну, просто как обычный игрок. Раньше с ним десятку делали бегали. В общем, так. Он в гостиную зашел. Ага. Может, с ним. Чем перекинул? Этот Мраликс, я тебе перекинул. У тебя есть с кем в РС-ку пойти? Какой-нибудь танк? Он, наверное, не может говорить, надо роль какую-то дать. Ну-ка. Не может. А. Неожиданно, блядь. Че неожиданно? Он говорит, что-то слушать не может, ну, типа, не приходит к нему, ну, доступа нет, звук. Может, перезайти надо, я хуй знает. Роли вроде... Нет, так у него роли нету, нихуя. Так вот и из-за этого. Вот я дал новичок, сейчас должно быть. Илюх, сейчас слышно у нас? Надо перезайти ему, наверное, в канал. Ну,
хули, давай биг дэмэдж танка тогда, блядь. Только мастер первую копию заберешь, ты вторую. Похуй, давай возьмем этого рогу. Ставьте шкаф, сумнем. Так а что ему рассказывать? Че, он до сих пор ничего не слышит? Лех, ты нас слышишь? Напиши мне в человечку. Все, тот суманулся. Так. Это хилы, короче. Ну, шестер, короче, ну на меня частицу и хиль. Сначала хукмастера. Хела этот самый щит земли на хукмастера наш. А два приста на нас с Геншином. Смотрите за биг дэмэджем, чтобы не упал. И синтек тоже за ним смотри, прям не поймите. Бафуйте каску. Илюх, сейчас это у нас слышно? Если чё, напиши мне игрушку. Все, иду запускать. Ну, это бывает, здесь лаганет, и, короче, ты не слышишь и не говоришь нихуя. Да, бывает. Бывает одновременно. Так, бежит босс. Надо его. Он говорит, у нас слышит, но голоса у него нет. Так у него на рацию кнопка настроена. Пускай на рацию поставит. Ой, не на рацию, а на кнопку. А, с телефона не получается по-другому, да? Да, там хуйня будет. Там можно настроить, но там... Ну понятно. А он в игре вообще? Слышно? Да, во. Сейчас слышно. Что сейчас это скоро будет на 66 эта хуйня? Взрыв. Вот. И копия появится. Хукмастер, это твоя. Вот смотри, справа ключа босса, вот она появилась, это твоя. Забирай ее. Вот немножко, да. И окружность, давай окружность. Отводи. Ну забери, что забери, там. Забери. Огромно, бери на ней. Блять. Забирай биг дэм, забирай биг дэм. Забирай. Ну забери основного босса, вот. Все, отводи. Захиливайте. Я где я нахожусь, нахуй. Так. Я тогда третью заберу. На биг дэмэдж за частицу перевешивай. А, хукмастер упал, бля, я понял. Да, этого пидора сюда. Так, этого тоже забрал, второго. Так, я смотрю, ты ШВ дал. Нам надо это... Сейчас я подведу сзади поближе к тебе. Отходите из-под лица, уходите отсюда. Вон в центр вставайте. И оттуда, чтобы вы двоих танков доставали хилить. Отходите, кого... Я веду, отходите. Кто там, ШПшник с луной, блядь? Отходи, нахуй, из-под ебала. Блядь, друг на друга-то не надо вести. Давай в другую сторону веди, я за тобой пойду. Все, и хорошенько хильте двух танков, все, хэпал есть, 5 хилов есть. И рейндж, главное, держите. Вот когда вихрь, просто двигайся, и все, ну тебе частица, в принципе. Умирайте, блядь. А, это копию кто-то с меня забрал, я понял. Из-под ебала уходите. Встаньте вон, где тотемы, блядь. Уйди, треугольник, ромбик. Сухо, хорошо. Крестик. Иди вон другую бей, варовскую. Главное, чтобы, блядь, в досекаемости два танка было. Не зыбку дал, короче. Ну захильте, ебать его в рот, ну. О.
Угу. Заходите в инст. В общем, Илюха, МТ-танк ГТК нужен. На постоянку с хорошим онлайн. Подъезжайте к Савиане сразу. Вот рыба. Система лута и ПГП. Рейтинг с 16 до 8 танцев. Все в календаре и в ДИСе. Ну, все расписания. Побыстрее. В общем, вот с Войдом мы общаетесь. Все, поехали. Заодно, может, десяточку соберем, будем катать. Не катать. Ага. Так, ну получается, хукмастеру свет надо будет танчить. Свету там, в принципе, шелфир будет. А кису я, наверное, оставлю свету, чтобы там была гера. А во тьме у нас хэлла будет. Видимо, еще на Заритре не потанчишь пачку трэша. Хотя, может, я даже не знаю, может и Халеона тебя поставить потанчить, хуй знает. Давай потанчу. Тут мастер подобрал. Дал незыбкого. Нетки только друг с другом не вставайте, как на Синдре тоже нельзя вставать вместе. Сейчас хукмастер еще затанчишь эту пачку трэша и потом на Халеона в ДД. Кто там дальний, кто ближний, там разберитесь. Сейчас сразу на коней садим, сейчас это. Заезжаем туда по стеночке. С таблички я тебе обменю. Поехали. На ту сторону перебегайте, босса не спульте. Сейчас скажу, кто куда пойдет. Назойливая машкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало.
He just spawned. Так, рыбу надо вам? Нет, вы не подали. Ставь. Ставил рыбу. Так, Шектор, кто там с Геншином остаетесь в свету, не заходите. Остальные три хила, Хулиприст, Тершам, Синтек, заходите во тьму и там до конца. Так, на стресс во тьме. Биг дэмэдж танчит свет. Первая, вторая, во тьме остаетесь до конца, третья, четвертая в свет выходите. Так, не кинуть ли кого-то или нет, нет, не будем. Так, так, так. Короче, я там Агрона беру за пулю, и ты после метеора, после первого подъезжа заберешь. Вставайте в этот за линию, чтобы вы это не остались за огнем. И когда я бегу к боссу, ничего не нажимайте, не напуливайте, ничего не делайте. Чек на пул. Топа. Все. Бегу. Не двигайтесь. Все, идем бить. Понял, блин. Встаньте там ближе к треугольнику, блядь. Перебегайте этот метеор. Вот подъебало вынес, смотри, чтоб тебя дыханием не сбрило. Вот там. Все, Биг Дэм, иди забирай. Шалфир. Шалфир в свету поозвучиваешь, там метеор и метку выносить, если не будет выносить. 1% фазы, готовимся. Метеор, секунда. Успели перевести, отлично. Со стороны треугольника заходите. Ой, бля, я зыбку не дал, сука. Тот шарик, где возле лужи сейчас пролетел, я буду от него уходить. И сейчас будем начинать двигаться, готовимся. Все, сбоку вставайте. Метку там я не ставил на человека, сбоку от босса вставайте. Все, двигаемся. Мало не вынеси. Все, фаза пошла. Третья, четвертая на выход. Первая, вторая стопните, пока автоатака побейте. Третья, четвертая на выход. Быстрее, быстрее, быстрее. Акиса тоже выходи. Вот. Свету, Акиса, давай Геру. Угу. Акиса у нас чьи? Так, скоро лезвие. На шар не беги, на шар не беги, на шар не беги. Блять, захильте. Так, что там? Давайте во тьме Геру. Метеор перебежали? Это, ну захильте, хилы во, это, во тьме. А, у нас синтека нету, нахуй. Вдвоем хильте меня. Рви стресс и в свету синтека.
На стресс, блядь, в чем проблема? Синтек, заходи. Заебись, блядь. И что? Опять умер. Пизда, ебать его. Метеор 3. Ставь тотем, на ману читай. Ну вдвоем хилить. Прибежали. Вадикон, резай синтека еще раз. Как бы это не было смешно, блядь, ну это пиздец. Букмастер, что у тебя за проблема? Бог не видим, где находится. Короче, хильте, я знаю, я хуй знает. Не пробить. Там что, наверное, в светону до урон стопнем, да? А кисло носим? Да. Ну, 40-50 играем, нормально, в принципе. Там было 30 просто. Сейчас, короче, давай. В свету стопайте дамаг. И давай этот самый Вадикон. Сейчас подожди, пока не заходи. Свет не бейте, вообще вас дохуя там. Вадикон. Прибежали. Вадикон и Равист заходите во тьму сейчас. Метеор там подбегайте. Равист с Вадиконом, заходите. Все, дамажьте здесь. Идите в бок. Там по ляма уже. Как бичи, режетесь на лезвие, синтег лагает, вздыхает, блять. О, тренер. Оп, неплохо, один триник. Одна тринька, да. Запы. Критхаст кожаный, хороший. Че, никому не надо, что ли, на хэсе? Че, даже на уф никому не надо? Кого, кого? Ну запы, блять. Мне надо, что-то не вылезло. Кому, кому? Кто? Адма, адма. Это не те запы. Так, на, киса тебе в подарок. Чешка, РДД. Так, по ИП смотрим. О, май. Не знаю, как оно будет на сову смотреться. Шалфир, Песа. Мне кажется, ШПшником получше. Этот Вадикон, что, заберешь или что? Ну смотри, я хочу проверить просто. Ну, ДПС-то не двигается, надо трини смотреть, пробовать менять. Отдавай ШП, если им прям охуенно оно идет. Ну, ШПшником, да, да. ШПшником получше идет, чем сове. Ну, я хуй знаю, честно говоря, апнет он, не апнет. Вот так, если посмотреть, у них там ПС, вон труба, допустим, с обычки, вообще залупа полная. Получше, чем чешка. Равист, ты что думаешь насчет этой трини? Геншин. Геншин в хиле, в принципе. Ну и что, и это? Ну, чешка залупа. ПС не будешь? Никому не нужна. Дожили, блядь. Не, ну так-то сотку нажимать. Че, по ИП отдавать или что, и всем похуй? Кому она сильно нужна? Кому-то очень сильно нужна она. Вы скажите, озвучьте. Ну вот смотри, у меня на ШП есть чешка и труба гер. Вот я хожу с трубой гер, потому что чешка залупа. Ну, коротко от полезности чешки ШП. Ну так, если на тринке посмотреть, вот у мага, например, этот не тающий кристалл льда какой-то боссен 232. Вот магу чешка будет заебись. Может, за место, наверное, карты, блядь, либо за место вот часов этих ебучих. Да, у него не часы, у него 232 какой-то кристалл льда. Может, магу закинуть? Вот у него не, я про Эйю. А, Эйю? Эйя 10% нажал. На КФ он по приоритету идет, но он, видимо, не хочет ее брать. Но он не 100%, он 10 нажал, типа. Ну и чё? Ну и чё, чтобы оно нахуй не нужно. Ладно, давайте еще раз. Кому хуёво нужно, тому 10% нажимаем. Кому, кто прям ее заберет, кто хочет ее забрать, нажимаем 100. Еще раз, сейчас тыкну на эту хуйню. Как раз она никому не нужна, дайте мне, ебать её. На АДК давайте. Вот ПСа сотку нажимает, наверное, ПСа надо отдать. Он вместо обычной трубы ее хочет поносить. Давай ПСа закину. Триста же тут шмотки, я что-то забыл, да? Или, блядь, или 600 я писал. 600 для чешки, да? Так, запы.
по-моему, 600. Так, спирит. Топа тебе не надо? У спирит выше. Спирит вообще какая-то залупа, блядь. Так, а за чешку, по-моему, 600 у него, если не ошибаюсь. Так, сейчас дам ЕП. Блять, не то. Все, дал ЕП. Все. Всем спасибо, все свободны. Да, давайте всем пока.